Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Сейчас я вам хочу показать быструю сырную закусочку. Для этого нам понадобится чеснок, сыр, майонез, терка. Итак, приступим. Почистим чеснок и натрем его на терке. Берем самую мелкую терку. Думаю, что вот эту. Или вот эту. Нет, вот эту зубчиками. И натираем. Теперь мы натираем сыр тоже на мелкой терке. Перекладываем сыр чесноку в тарелочку и добавляем 2-3 ложечки майонеза, чуть-чуть соли, чуть-чуть черного перца. Наша сырная закусочка с чесноком готова. Ее можно на помидорки, которые нарезаны кружочками, положить, можно в тарталетки, на хлебцы, просто на хлеб, как вам нравится. Всем приятного аппетита, спасибо за просмотр.